Всем привет, с вами Андрей Вар, и сегодня, как вы поняли по начальной вот этой картинке, будет видео про торов, как только они появились, и примерно до 30 левела, как забирать торами баз без дыма. То есть именно вот до того момента, когда торы вступят в свою полную силу и начнут забирать с дымом. У меня торы на данный момент 2 левела, начну именно со 2 левела, потому что вначале сразу не подумал про них записать, честно, даже не было мысли, что «Ой, а как это торы без дыма?» А на самом деле легко торы бегают без дыма. И давайте смотреть, как у меня это будет получаться. Так, первая база, 22 левел, я 19-й. Так, у него здесь пушки простые, пару снайперок, но это первые левела, видите, еще не сильно много защитных сооружений, но они есть. Так, пушка не достает до штаба, так, вторая тоже не достает до штаба, так, снайперка. Ну, наверное, побегу сразу по правому краю, сразу в штаб. Ну, по-другому здесь обходить это, наверное, очень долго и нецелесообразно, потому что там снайперка. Так, ладно, давайте нападать и смотреть, как у меня будет получаться. Так, высаживаю сразу героя. И за ними торов. Герой немного отвлечет снайперку, а мои торы побегут. Так, бежим не в штаб, а чуть правее, чтобы они бежали ровно и огибали все защитные сооружения. Так, все отлично. Пушка стреляет в героя. Так, сверху начали немного вырезать. Но... Но они справятся, да, справятся. Да, торы справляются, и их не успевают вырезать ни снайперки, ни пулемет, ни огнемет. Да, все отлично. Торы забрали эту базу. Вот таким образом, без дыма, мы просто бежим к штабу в наглую и уничтожаем его. По мере того, как мы бежим, мы разбрасываем шоки. Так, восстанавливаем торов. Так, и давайте еще на одного нападем. 23-й противник. Так, здесь у него куча защитных сооружений, но они расположены, как видим, спереди. Здесь не вариант бежать, потому что придется разбрасывать много шоков. Сразу выпускаю героя. Она будет прикрывать меня от этой пушки. Вот видите, раз выстрелила. Все, ни один тор не погиб. Герой уже хрен с ним, он в принципе не надо. Так, оббегаем полностью штаб. Всю эту базу. Классно, что торы быстро бегают, даже из-за того, что фитиль мало висит, они успевают до него добежать. Так, и теперь все, без фитиля они начнут потихонечку вырезать. Снайперки не достают, а мортиры еще не такой урон убить сразу торов моих. Так, теперь полетел первый шок в снайперке. Все, мои торы вырезают мортиры, и дальше перебрасываем фитиль уже на сам штаб. И подшокиваем еще эти снайперки с пулеметом. Пушки, видите, не достают, а торы безнаказанно бьют штаб. Так, что мы здесь? Так, а не успел убить. Все-таки одного тора потерял от снайперок, но один тор это очень-очень мало. Все отлично, давайте его восстановим и еще на кого-нибудь нападем. Так, у него здесь пушка. И снайперки, да, они все расположены, в принципе, близко. Так, но пушки-то не достают, в принципе, до моих торов. Останутся только снайперки, но у снайперок не такой урон. Ладно, давайте нападать. И побежим, знаете куда? В правый уголок между мортирой и штабом. Как всегда, сразу будем выпускать героя на отвлечение внимания, пока служит герой именно этим. И дальше моих торов. Герой собрал минку. Вот видите, в уголок самый между штабом и мортирой. Шокаем все это дело. Так. Аптечку сразу же. Так, торы снесли эту мортиру. Еще шок один. Так. Они сами себе выбирают цель. Фитиль не бросал на штаб, но все. Штаб лопнул. Все отлично, забрали. Забрали и 22-го этого, тоже с первого раза. Торы, видите, они сила уже с самого начала. То есть не обязательно там какой-то дым. Они с самого начала уже тащат. Так, давайте еще одного посмотрим мелкого левела. Здесь у него все защитные сооружения расположены просто с берега.
Так, сношу сразу пушку. Она мне точно будет мешать. Много очень покоцает торов, потому что побежим мы вот с этого правого края. Так, перебрасываем фитиль на мортиру. И бросаем хилочку. Так. Сносим мортиру. И дальше на сам штаб. Шокаем. Пушки, блин, плохо видели, плохо кинул шок. Одна пушка осталась цела. Так, что-то в этот раз медленно торы бьют. Но. Не, нормально, успевают еще, вот, еще, да, еще 6 торов, 5 торов, ну давайте, yes. Все, 5 торов осталось, добили этот штаб. Блин, немного коряво, на самом деле надо было все-таки забежать сзади, вынести немного, пожрать этих зданий и потом уже на сам штаб. Что-то я протупил, не надо было так сразу в штаб, но показать силу торов, то есть силушку-то показал, что они могут в любом, в любой ситуации уничтожить штаб. Ну что, еще одного мелкого левела? Так, смотрим. Здесь очень простой. Это, наверное, самый простой из всех этих, на которых я нападал в данном видео, потому что защитные сооружения, их очень-очень мало, и они расположены, ну, непонятно где. Сразу вынесли пушку, вынесли снайперку, пулеметы уже торы мои его и так вынесли, и все, перемещаемся на штаб. Так, фитиль перебрасываю чуть правее, чтобы снайперка не доставала. И мои торы, как видим, просто налегке, на изи захватывают эту базу. В данном видео ни один тор не погиб. И еще одно видео, еще последнее видео из мелкого, такого из мелочи на 20-х левелах, как торами можно прям зачищать. То есть ими не обязательно еще на первых левелах бежать прям в штаб, а можно классно зачищать. Вот эту карту видим, уничтожаю сразу пушку, потому что она точно будет доставать. Заодно уничтожаем вместе с ней два прилегающих здания. Набиваем заряды тем самым. И далее идет высадка на левый край, то есть самого левого. Будем оббегать чуть выше и левее. И начинать именно сверху зачищать. Там еще две пушки, огнемет, пулемет, ну то есть еще защитных сооружений очень-очень много. И начинаем сразу же их вырезать. Бросаем шок. Все, две пушки шокнуты, огнемет шокнут, снайперка шокнута, все отлично. Так, теперь вторую пушку и шок, вот видели, резко. То есть мои торы не успели в шок попасть, а все здания шокнуты. И все, они вот их выносят просто налегке. Ну, урон хороший, а защитное сооружение еще бьют очень-очень слабо. Так. Ну что, и в этом видео, может, ни один тор не сдохнет. Ну, а, блин, видели, снайперка в конце долетела, вот эта мина, и уничтожила последнего тора, когда уже штаб лопнул. Ну, один тор — это вообще мелочь. Так, а сейчас покажу, как захватывать базы, то есть как уничтожать базы. Как уничтожать базы уже чуть повыше, когда 30-е торы, но еще без дыма. То есть дым, так, дым мне еще не на следующем, то есть дым появится еще через один штаб, походу, там. Ну, короче, так, сейчас, секунду, когда там дым появится. Дым появится с 12-го... Бля. С 14-го уровня штаба. С 14-го уровня. У меня 11, то есть еще 3 уровня штаба. Это, то есть, 27, 30 и 30, там, 2 или как там, 34. Ну, короче, еще очень не скоро. А захватывать нам все равно противников надо. Так. Я 26-й. Давайте кого-нибудь, ну, реального подберем. Ну, вот 27-го, например. Разведываем. Будем захватывать торами. Это вот такое еще тоже. О! На атаку, чувачок. Так. База достаточно простая. И в атаку. Так. Будем высаживаться здесь. И, как говорится, сразу штаб. Чик. И аптечку. И вторую аптечку. Пока мой, видите, герой отвлекает немного внимания, торы посекли практически всю базу. Ну, а закончить они уже, конечно же, закончили. Ход защитных сооружений вокруг базы и тьма. И пушек, и пушка-бум уже есть. Как бы все в пределе, все есть.
Но торы справились, и, ну, 7 торов потерял, это практически половина, но сам факт забрать, потому что торы восстанавливаются на данном этапе быстро, 5 минут это вообще ни о чем. И стоит, ну, очень-очень дешево, поэтому без проблем. Ну, таким макаром можно забирать. Так, давайте... А, ну хорошо, сейчас они восстановятся 5 минут. И покажу еще одну базу. Блин, давайте покажу чуть, может, посложнее какую-нибудь, там, 32-й, 33-й, чтобы примерно ориентироваться вот именно на этот левел до того момента, как появится действительно дым. Так, ну что, еще один захват. Давайте проведем, гляну какого-нибудь противника или 32-го, или 33-го, чтобы примерно мои торы захватили. О, этого. Я на нем слился горзуками. Ну, блин, хотя горзуками это громко сказано, а там три горы и там немножко зуг, но я слился. 40-40-40, это ничего страшного. И давайте сейчас попробуем забрать, получится ли у меня забрать эту базу торами. Как видим, здесь пушка будет, не будет доставать, здесь всего две пушки. Я думаю, сразу же на них и направлю, чтобы не били базу, а сразу снесли две эти пушки. И потом уже пошли на сам штаб. Выпущу сразу героя. Он отвлечет внимание снайпера. И мои торы более-менее безнаказанно пройдут. Хотя в данном случае безнаказанно это очень громко сказано. Но в целом возможно... Как-то и пройдут. Так, все. Я думаю, они успеют до конца фитиля добежать. Да, добежали. Снесу сразу эту. И теперь снесу пушку бум. Так, и теперь назад. На штаб. Давайте, захил пошел. Смотрим, как мои будут торы сечь. Ну, достает одна снайперка. Она понемножку будет уничтожать. Но не так быстро, как они уничтожают штаб. Ну все, видите, все отлично. Если бы не снес пушку и пушку бум, мне почему-то кажется, я бы не смог забрать. Честно, не пробовал, но мне почему-то кажется, пушка вынесла бы моих торов раньше. Вместе снайперка, пушка и мортиры, они бы снесли моих торов раньше, чем я бы снес штаб. Ну вот таким образом, от я какого, от 19 показал до 26, то есть и мелкие противники, и уже 30 левелы, как раз до того момента, как появится дым, и можно будет с дымом бегать аккуратненько под дымом, ну хотя бы в начале, когда каны немного, хотя бы пару дыма бросать, а дальше уже перемещаться под, ну как бы уже шоки разбрасывать, но хотя бы 2-3 дыма можно будет даже на мелкую кану, даже вот смотрите, даже на мою вот эти, на 2-11-11, можно 2-3 дыма легко бросать, то есть без напряга в кане. Кому понравилось данное видео про торов, как ими бегать без дыма, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Андрей Вар, всем пока!